Я думаю, что вот эта ситуация, что произошла, вот эти выборы, которые были, ну, сами результаты в Гагаузии, думаю, сегодня партия власти, потому что сегодня будем говорить, что есть большинство в парламенте, есть у этого парламента, есть правительство, где это одна партия сегодня, имеет 63 мандата, поэтому это абсолютная власть сегодня в стране. Я думаю, они увидели сегодня, что произошло в Гагаузии, и я уверен, что с ними можно говорить на сегодняшний день, потому что говорить надо только с ними, потому что у них сегодня 63 мандата. Конечно, сегодня партия власти делает одну большую ошибку. Она сегодня общается в Гагаузии с теми людьми, которые их вводят в заблуждение. Какие-то сказки рассказывает. Ситуацию не говорит, какая здесь изнутри. Понимаете? Есть люди, которые объясняют какие-то сказки им там. Я не буду сейчас фамилии озвучивать, чтобы не... Но эти, если они не будут слушать вот этих сказочников, а будут сегодня смотреть ситуацию изнутри, что происходит, ведь сегодня есть с кем говорить. Есть сегодня адекватные депутаты. Ну, они сегодня говорят, что Башкан, с Башканом нет диалога, она сегодня не является членом правительства. Ну, что там есть какие-то вопросы к ней. Ну, я сегодня вижу только одно, что есть сегодня выборы прошли, ее признал Центральная избирательная комиссия, ее признали судебные инстанции. Я не вижу никакого судебного решения, где она признана по каким-то там статьям виновная. Да, есть уголовные дела, но мы знаем, что есть сегодня все презумпция невиновности. Никто не может быть признан виновным, пока суд не признает вину человека. Поэтому, ну, не хотите говорить, говорить с ней. Но есть же с кем говорить. Есть же депутаты адекватные сегодня, с кем можно говорить. И со всеми депутатами можно говорить. Со всеми, я уверен. Все 35 депутатов сегодня могут говорить. 33. Ну, 33, потому что сегодня два депутата ушли в исполком. Я в целом сказал, как бы, народное собрание, что с каждым депутатом могут говорить и по отдельности, и адекватные все ребята, которыми можно сегодня говорить, и решать вопросы надо. Сегодня очень много вопросов есть, которые можно решить, но надо говорить. Невозможно сегодня, понимаете, мы сегодня как разговариваем? Один передал другому, другой передал другому, и вот так идет диалог. Нет, сегодня есть свои руководящие органы в Гагаузии, есть сегодня руководящие органы в Республике Молдова, есть о чем говорить, и можно решать вопросы. Можно. Поменьше надо слушать этих всех сказочников, которые нам сказки заливают ради должностей, которые говорят, что там у вас все будет хорошо, вот идите этого, нажмите на этого, не надо такие вещи. Но сегодня есть диалог. Вот в чем проблема.